Всем привет, мои хорошие! Что у нас сегодня за видео? А сегодня у нас распаковочка с примерочкой. Пришла посылочка от Василька любимого. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим, что я там заказала. Ну, я заказала там кое-какие вещи для себя и кое-что для Настюшки. Вещи заказала я на лето, чтобы было у нас летом. Обновочки какие-то интересные. Так, ну давайте посмотрим. Ой, какие цветные вещи. Какие цветные, разноцветные. Смотрите, цвета. Ой, ну сейчас будем рассматривать все по порядку. Ну что, давайте начнем по порядку. Девочки, я все себе вещи заказала 54 размера. Потому что, ну, я поправилась. Что делать? Люблю кушать сладкое. Первое, что я хочу вам показать, это платье Ялта. Вообще, такие платья там есть разных цветов. Разные, есть яркие цвета, есть даже не яркие цвета. Размеры там до больших, до самых. В общем, короче говоря, я взяла себе цвет апельсин. Мне захотелось вот что-то такое светлое, солнечное. Я же такой светлый, солнечный человек. Вот. И вот это платье, оно просторное, мне этим оно понравилось. Вот такое летнее-летнее. Это полностью трикотаж, кулирка. Такой небольшой рукавчик, маленький рукавчик идет. Вот какое классное вообще. Легкое-легкое оно. Так, и что тут дальше? И оно идет прямое. Вот оно просто идет, такое вот прямое, и внизу оно расширяется. Ну, я люблю такие вещи прямые и свободные. Надеюсь, она будет сидеть на мне хорошо. И это нужно померить, девочки. Следующий у меня сарафан в полосочку. Вот такая полоска. Тоже выбрала я себе сарафан вот такой с бретелечками. Мне захотелось, что вот когда летом очень сильно жарко, и ну по дому ходить это уж точно. На улицу пойду или не пойду, не знаю. Но вот для дома я как раз себе такие выбираю сарафанчики. Вообще хотелось бы, чтобы сарафанчиков таких было больше, ассортимент там, где тоненькие бретелечки. Потому что летом, когда жара, хочется носить вещи на бретелечках. И внизу они, чтобы были такие прямые или как-то вот расклешенные к низу, чтобы нигде ничего не прилегало, чтобы тело отдыхало и дышало. Вот, тоже вот оно прямое, этот сарафанчик. Прямой идет, расклешенный к низу, и внизу вот такая вот оборка идет. Вот такая вот оборочка. Так, карманов я тут не вижу, карманов нету. Но вот это вот мне сверху бретельки прям нравится. Надо померить, как это будет на мне выглядеть. И цвет вроде приятный, да? Хорошенький цвет. Сарафан стоит 672 рубля. Тоже 54 размер. Глория называется. Сарафан в полоску. Так, следующая вещь. Очень такой симпатичный, я вижу, принтик тут. Девочка нарисовала. Выбрала такой серенький цвет, такой нейтральный. Здесь на рукавах прорези есть, вот на плечах. И вот такой рукав дальше идет. Вот такой верх. Принт. Кто тут нарисован? Девочка нарисована.
На всю длину нарисована девочка. И сарафан идет прямой. Прямой идет вниз. Кармашки тут внутренние есть. С двух сторон. Хорошенький такой принт. Современный, мне кажется. В общем, все, девочки. Чистый трикотаж беру. Один трикотаж беру. Вообще, очень интересно рукавчики сделаны. Вот смотрите, тут плечико. Потом идет рукавчик. И он еще здесь идет со складочкой, чтобы как колокольчик висело. Интересное дело, интересное. Взяла такой цвет нейтральный, но мне понравился вот этот принт с девочкой. В общем, это называется платье с вырезами на плечах. Стоит оно 560 рублей. Мне кажется, недорого. Хорошая цена, да? Что-то такое красивое. Цвет. Я вообще выбираю такие цвета. Либо яркие, либо какие-то вот нежные пастельных тонов. Пастельных тонов. Так, это костюмчик. Это костюмчик-пижама. Но я взяла это для дома, естественно. Вот такие шортики, смотрите, с арбузами. Шорты довольно просторные. Я взяла такие специально просторные, чтобы прям они... В них было легко-легко, не обтягивающие. Так, а сверху у нас футболочка. Собака в очках нарисована, да? 54 размер. Хорошего такого цвета, приятный цвет. Ну, тоже 54 размер. Это вот как пижамка. Стоит 555 рублей вот это вот, этот костюмчик-пижамка. Еще я взяла вот такой яркий сарафан. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Люблю такие пестрые цвета. Ну что поделать. Тоже трикотаж, кулирка. Он весь, вот этот сарафан идет вот такого цвета. Карманов нету. Он идет прямой к низу. Чуть расклешенный, чуть-чуть идет вот так. И самое главное, вот то, что я люблю, это вот эти вот тоненькие бретелечки. Вот. Вот они. Вот то, что нужно мне летом ходить по дому, просто кайф. Тут такие вот бляшечки есть, но они не передвигаются. Больше-меньше сделать нет возможности. Просто для красоты, значит, они идут. Сарафан называется «Цветная абстракция». Правда? Абстракция есть абстракция, да? Стоит такой сарафан 639 рублей, девочки. Классненький, классненький. Трикотаж, но здесь трикотаж чуть-чуть плотнее. Видимо, это вот немножко нитка как-то по-другому называется. Но тоже это вот хлопок, трикотаж полностью. То есть предыдущие вещи, они немножко полегче. Это чуть-чуть поплотнее идет сарафан. Но это и хорошо, если на улицу в нем пойти, вот, он не будет отсвечивать, просвечиваться, вернее. Вот, но надо померить, померить надо. Ну и еще я не забыла про внучечку. Внуку заказывает вещи из Василька дочка. А вот внучке заказываю вещи я. Вот такая футболочка. Очень мягкая, мягкая такая. Мягкий-мягкий трикотаж, нежный. На рукавчиках чуть-чуть вот здесь вот есть как зажимчики. Немножечко как фонарик идет. И вот такой принтик приятный. Ну вот выбрала такой нежный голубой цвет. Вот с котятками. Футболка называется «Мама-кошка». И стоит она 132 рубля.
Вот этот, кстати говоря, хороший брендик, вот тут нарисовано. Я сейчас стала заказывать Насте вещи уже на 7 лет на рост 122 сантиметра, так как у нее уже 120 сантиметров, хотя ей 6 лет, но она просто крупная девочка. И предыдущие вот на 6 лет ей уже малы, я уже заказывала, они уже ей малы. Поэтому заказываю сейчас чуть-чуть побольше. Симпатяшка, да? Еще одна футболочка, 146 рублей, девочка-зайчик называется. Вот, ну эта модель, она тоже вот сшита таким же образом, ткань такая же, просто это другой цвет. Я решила еще одну светленькую ей заказать, чтобы беленькая была маечка еще. А еще Настюшке я заказала вот такой вот розовый костюмчик. Костюмчик девочка, красивая девочка. Здесь футболочка такая же, как и те футболки, такой же вот пошив, такая же ткань, очень нежная, милая ткань. Вот он бренд вот этот, который мне нравится. И вот симпатичная такая вот девочка. Вот такие вот еще шортики сюда идут. Ну, это как трусики, шортики-трусики, тоже трикотаж полностью. Вот сбоку он идет вот таким вот образом. Видите, вырез, и вот здесь вот такая, такой как шовчик плотно идет. Они не очень коротенькие, тоже миленькие бабочки, тут нарисована резиночка. В общем, этим костюмчиком мы заменим костюмчик, который у нас предыдущий, в котором она у меня снимается обычно. Но тот костюм брали мы на 116 сантиметров, он уже немножко маловато, а этот будет как раз уже в самый раз. Вот этот костюмчик очень классный, стоит 298 рублей. Всю одежду я ей заказываю на 7 лет на 122 сантиметра. И еще один костюмчик я ей заказала, но уже такой можно на улицу ходить. Вот такие вот бриджики брючками, как брючки коротенькие, укороченные, можно сказать. Здесь ткань, это нечистый трикотаж, тут уже какая-то ниточка добавлена. Вот такие брючки с лампасами белыми по бокам. Резиночка сверху. И вот сверху такая вот, как футболочка. Брендик такой же, только футболочка тут уже идет с сеточкой. Такая вот сеточка, вот. Под сеточкой там что-то написано. Ну и также она идет, вот как вся однотонная, малиновая и с белой полосочкой. Чуть-чуть разрезики с боков. В общем, такой вот костюмчик. Что здесь за состав? Сейчас я посмотрю. 95% хлопок, 5% лайкра. Цвет малиновый. Рост 122 сантиметра. Да. В общем, да, тут даже на задней спиночке еще вот написано. Видите, как... В общем, хорошенький такой, приятный, он так немножко тянется. Приятный, ткань приятная вообще на ощупь такая. Чувствуется, что здесь вот добавлено как лайкра. Вот. Ну, нежная, мягкая ткань. В общем, такой вот хорошенький костюмчик у нас. Костюмчик стоит 560 рублей. Вот такой вот. Ну вот и все, девочки мои. Все обновочки я вам показала. Все обновочки мне нравятся. Очень классный выбор. И если кого-то что-то заинтересовало, ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Заходите по ссылочке, проходите. Много интересных вещей на лето сейчас есть. Ну и не только на лето. И для мужчин, для женщин, для детей. В общем, большой ассортимент, огромный выбор. Ну а я с вами хочу на этом попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!